Анжи продолжает подготовку к матчу с Кубанью. Сегодня погода внесла коррективы в подготовку махачкалинского Анжи к матчу с Кубанью. Вместо запланированной тренировки на базе в Кратово, тренировочное занятие вновь, как и на прошлой неделе, состоялось на основной арене Лужников. Виной тому небывалое для этого времени года количество снега, выпавшее за прошедшую ночь. Несмотря на эти обстоятельства, ребята занимались с большим желанием. Двухчасовая тренировка пролетела на одном дыхании. В Лужниках команда проведет еще две тренировки – в четверг и пятницу, а в субботу вылетит в Махачкалу.